Всем доброго времени суток. Раз на море загорать негде, мест нету, будем загорать в гостинице. Тут у нас есть место такое вот. Тут 6 лежаков. Пожалуйста, приходите, загорайте. Я вот выбрала самое такое место, куда больше всего солнышко в это время попадает. Взяла себе кофе. И лежу здесь, балдею. Внизу у нас бассейн. Машин очень много. Но сейчас еще кто-то уехал на море, кто-то пешком ушел. Тут вот яблонька. Видите, сколько яблок в этом году будет. Очень много. А вот это вот дерево хурма. Вот она, хурма. Она еще зеленая, не созрела, еще маленькая. Она еще будет расти. Я в том году, или в позапрошлом, когда мы были в сентябре, конец августа, сентябрь мы были, но она была покрупнее. Сорвала хурмы зеленые, вот такой вот зеленый, только покрупнее. Штучек 5 или 6. Привезла домой, положила в пакет яблоками и бананами, пару бананов, пару яблок, и положила в темное место. Буквально через 3 дня хурма у меня стала желтого цвета, какая и должна быть, и на вкус была вкусная. Так что вот такой вот вам лайфхак, как дозреть фрукты или другие фрукты, которые вы купили не дозревшие. Вот таким вот образом можно дозреть. А вот в этом корпусе на 3-м этаже, там, правда, чуть-чуть виноградника. Но там висят такие большие грузди. Надо сейчас позагораю, схожу, сорву. На общем, вот этом вот винограднике еще нету, мелкие. И у нас там наш номер вот здесь вот в углу. Я 2 или 3 грузди срывала уже, спелый сладкий виноград забыла. Надо сегодня сюда сходить. Потом как-нибудь нарвать листочков. Несколько баночек. Засолить листочки на зиму. Инжира хочу баночки 3 варенья сделать. Инжир по 300 рублей килограмм. Ну, тоже на днях как-нибудь куплю. И вместе с вами будем закрывать. Вот такой вот виноград на 3-м этаже. Сорвала я немножко. Сейчас покушаем фруктов, попьем чай с печеньками, с конфетками и поедем на песчаный пляж. Аська, папа потеряла. Выглядывает из балкона. Где он? Пошел машину отгонять. Где папа, Ася? Где папа? Где папа? Где папа? Пошла смотреть. Ась, где папа? Потеряла папу? Это не папа там. Мы едем на песчаный пляж. Я, правда, не помню, как называется тут поселок. Но когда мы приедем, я вам скажу название и как добраться. Единственное, что сейчас скажу, это от Новомихайловска в обратную сторону ехать, назад, недалеко от Лермонтова, где-то в той местности. Аська, за мухой охотится. Потеряла муха, да? Где она делась? Улетела? Проезжаем лагерь «Орленок». Приехали, вот вывеска, написано «Ручей Саркизова щель». Название, конечно, осталось.
И вот там вот море. Вот пляж песчаный. Ну, был раньше, по крайней мере. Машину мы оставили. Сейчас дойдем до пляжа. Смотрите, как под мостом проходить надо. Перелезть через перила, а дальше лестница идет. Атас. Ой, они ж нагрелись так, что хрен перелезешь. Тут вот рыночек небольшой. Молодежь с лагеря. Покупают себе всякие вкусняшки. Ну и идем на море купаться. Ну а мы спустились вот с рыночка по этой лесенке. Здесь вот есть такой вот мост, на котором машины едут. И есть проход под мостом. И прям на море. А что ты туда пошел? Может, сюда? Идем тогда туда. Вот эта речка в море впадает. Аська уже познакомилась с кем-то. Друга она нашла себе. Эй! Привет! Папик захотел чебурек. Я, наверное, не буду. Потом поужинаю. Вот такой вот пляж. Песок мелкий-мелкий. Поэтому не люблю я песочные пляжи. Идешь, песок загребаешь. Если кто-то лежит, надо аккуратно пройти, чтобы в лицо ему песка не насыпать. Так, ну а тут у нас также таблетка. Что-то типа банана, динозавр такой. Ой, сегодня волны небольшие. А тут уже камешки чуть-чуть. Гляньте, народу. Это, по-моему, Ольгинка называется. Если я не путаю. А тут позасыпали камнями пляж. Он весь раньше был песочный. Смотрите, сколько здесь вода грязная. Сколько мусора. Ну, окунемся, поплаваем. У нас море намного чище. Ну, тут песчаный вход получается. Из-за песка и все такое вот. И очень много мусора в море, смотрите. Так, ну а мы идем плавать. Хотите со мной? Да, 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 хотим, Юля, хотим. Ну раз хотите, значит, сейчас я вас заткнул в чехол, чтобы вы увидели и плавали вместе со мной, и поплыли. Ну что, зашла в море. Вход отвратительный. Камни прям глыбы. Два раза пальцем ударилась. А вот теперь чуть прошла песочек. Волны, классно. Если также будет шум посторонний, я в других видео тоже предупреждаю, это от чехла. Ну что, и поплыли. Папик уже укрыл. Ася. Аська. Идем сюда. Аська на берегу осталась привязана к лежаку. Пап, я к тебе плыву. Ты там стоишь? Вон на камнях. Вход ужасный.
И очень это самое... Вот, ой, блядь, камни, правда. Я, правда, уже пальчиками достаю, носочками, но... Ой, по волнам плавать одной рукой не очень. Ох! Грести-то одной рукой на волнах не очень. Ой, блядь. Прыгать. Ой, вход отвратительный. Не приезжайте сюда. Красивые гостиницы, но знаешь. Или может быть это тоже так же вода поднялась, а? А? Или может это так же вода поднялась просто, что такой вход. Песок веснула. Фу. Ой, блядь, накрыло. Ой, блядь. Не, с вами на волнах опасно. Ой, встала. Маска там развлекается, на кого-то орёт. Вода, правда, теплая-теплая. Классно. Вот стою на булыжнике. Камни здоровенные. Ну-ка я вас сейчас окуну под воду. Увидите что-нибудь? Уходим мы с пляжа. Это лежаки отельные, походу. Отвратительный пляж, очень не понравился. Раньше был намного лучше. Тут такие можно кабинки. Пришли ножки помыть, повзаимствовать водички, да. Отельной. Папик полез опять через бордюр. Как вот так можно сделать? Лестницу. И вот так вот. Езди обойти, да? Я думала в обход пойти. А он железный, он накаленный. Я когда лезла, обожгла все ляжки, блин. Он туда перелазил, в скалах был. А я-то купальники сверху, туника. Сейчас обойду. Вот они, отели того пляжа, где мы сейчас были. А вот Чайка, санаторий. Ну, мы поплавали, сходили на водопады и не дошли. Это видео я разделю на два, потому что если одно, то получится очень длинное, и вы устанете смотреть. Так что будет два видео. Ну, а мы поехали в магазин за продуктами. Короче, я спросила, это не Ольгинка. Вот. Короче, есть Аркизовая щель. Кто хочет экстрима, можете пожаловать на этот пляж. Иду по трассе. Папик уже в машине. Машина вот стоит. Вот она, первая пляж. Вот так, спуск. Такую только в России могли придумать. Об камни разбила себе все пальцы на ногах. Камни здоровые глыбы. Это просто пипец. Называется этот район Солнечный. Приехали мы домой, заехали в магазин, взяли вот такую вот грудинку, такая слоеная, хорошая. Из нее будем делать сейчас шашлычок. Взяла вот такую вот форельку небольшую. Сейчас она разморозится, и я ее посолю.
форель вышла на 380 рублей. Мясо вышло 600 рублей. Вес не знаю какой. Немножко шампиньонов взяли, сейчас пожарим. Так, тут у нас помидорчики тоже будем жарить. И баклажаны, и пучок кинзы там у нас. И горячая лепешка, тоже уже обгрызенная. А у нас работа полным ходом. Папик мясо делает, замачивает. Почищены все овощи, грибочки, картошка, баклажанчики. Все будем жарить. Картошка, лучок. Детки в бассейне купаются. Мастер работал. У нас жарится шашлычок. Что-то немножко подгорело папика. А, кстати, что было видно, картошка, грибы. Здесь у нас баклажаны, перчик и помидоры. Сейчас тоже все будет жариться. Ну, а я тут потихоньку накрываю на стол. И уже посолила форельку. Но это есть ее будем только завтра. Такая вот у нас красота. А вот сними, вот упала у нас. Алло. Алло. Баклажаны, лук, ну, перчик, упал? Грибочки, мясо, выкинь. Картофель, помидоры. Ну и, друзья мои, на этой картинке буду с вами прощаться. Всех люблю вас и целую, мои подписчики и зрители. Ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.